красиво. Где же эта штольня? Что думаешь, найдем? Нам туда. Ага. Лопатка. Смотри, там глубокая дырочка. Сейчас замерим. Какие вообще перспективы? Желтый. Не, мне кажется, там тепло будет. Тут сосульки везде, видишь? Вот. Ага. Знаешь, что тепло выходило? Да, и подтапливало. Ага. Посмотрим. Пусть и сядет. Полезешь? Надо. Ради науки, конечно же. Но вам не стоит это повторять в домашних условиях. Вам не стоит. Вот что люди делают в выходные зимой, да? Кто-то в кальян-барах там, да? Что делает Дима? Копает старую вонючую рановую шахту. Грязную. Типичные выходные на КМВ. Да ты не спасешь. Смотри, там дальше меньше глубина. Видишь? Смотри. А? Там дальше меньше глубина. Ну и как тут ее пройти? Надо подумать. Прибор выключен. Свети. Ну что, жестко думаешь? Нормально, сейчас пойдем. Сколько там воды? Сейчас проверим. Что, я пошел? Давай, аккуратней. Слушай, Дима, сейчас ты утонешь. Да? Да, да. Блядь, что ты делаешь? Все-таки ж вода тут не замерзла. Ее больше стало. Ее было сильно меньше. Жестко. Не, воды реально много. Ты еще муляку поднял. Дальше только хуже зато. Это же только лето, пока оно все высохнет. Загибай. Вот мы момент просрали. Это, ну тут реально же было меньше воды. Да, было меньше воды. Дима почти дошел до конца, но там было очень глубоко. Начал черпать воду. Поднялась грязюка, и теперь вообще непонятно, куда идти. Давай живи. Там еще внутри, там вдалеке вагонетка стоит, точнее база от нее. Долгое время штольня номер 34А была затоплена почти под потолок. Летом уровень воды упал до приемлемого. Однако мы упустили момент, когда можно было дойти до ворот и узнать, что же находится там, где еще не ступала нога исследователя. Все-таки же зимой здесь не так сильно. Летом было под 10 тысяч. Сейчас с трудом даже 150 набирается. Да? Даже сейчас на моем. Хотя на моем вообще нету. О, железный. Ну что ты думаешь? Ну, короче, мы не дошли, потому что там воды было больше, да, чем на мне одето. Ну-ка, ебать. Я вот так промок. Ты уже весь мокрый, да. Я полностью промок, и мы туда не дошли. Надо L1 надевать. И тогда зайдем. Там еще вагонетка была, маленькая такая. Да, там это, от вагонетки рама с колесами. База, стоит, база, да. Да. Так, опять фотик садится, ладно, ребята. Однажды мы ее возьмем, да, Дима? По-любому. Но не сегодня, друг, не сегодня, да? Я еще вернусь, как говорится. Я обязательно выживу. Ладно, Штоленька, пока-пока.